Ульяновский народный ансамбль «Танцы дети солнца» вернулся с суперфинала 6-го международного проекта «Салют талантов», который прошел в Санкт-Петербурге. В суперфинале коллектив стал лауреатом 2-й степени. Мы, конечно, рады, довольны, но мои дети сказали, что они хотят приехать на следующий год на такой же суперфинал и стать уже первыми, потому что первыми всегда быть хочется, это лучше, это достойнее. Каким бы результат все-таки не был, мне кажется, что это победа для каждого из нас и в целом для всего коллектива. В планах коллектива съездить на суперфинал еще и в следующем году. Напомним, народный ансамбль «Танцы дети солнца» стал самостоятельным только 1 января 2016 года. Ранее он входил в состав «Счастливого детства». Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».